Отрасль экономики сейчас требует ускоренной подготовки новых кадров. Для восстановления допандемийных темпов развития промышленности необходимо добиться того, чтобы люди могли быстро найти работу. Предложение по выходу из сложившейся ситуации совместно с губернатором обсудили на трехсторонней комиссии. Основной упор планируют сделать на подрастающее поколение. Для учеников 9 и 11 классов необходимо создать такие условия, чтобы после обучения в учреждениях среднего и высшего образования они могли без проблем найти работу по специальности. Министр просвещения нас в этом очень серьезно поддержал. Сказал, то, что да, действительно, мы готовы поддержать инициативу Ульяновской области по корректировке среднего профессионального образования. Чтобы не как сейчас, так сказать, там по 3-4 года ребята учились, а чтобы это были, так сказать, там год, там два. Для того, чтобы будущие специалисты могли поближе познакомиться с выбранной профессией, изучить всю кухню изнутри, важно организовывать больше стажировок и практик. Материально-техническая база в учреждениях профессионального образования должна быть обновлена. В планах выделить один день в неделю под экскурсии на крупные производства для выпускников. Каждая отрасль должна иметь концепцию подготовки кадров. Также необходимо проработать взаимоотношения с потенциальными работодателями, учитывая их запросы по подготовке кадров. Невозможно учитывать только умения университетов, колледжей, школ, потребности преподавателей и забывать самого обучающегося. Потому что в настоящий момент времени необходимо понять человека, какая ему нужна дополнительная профподготовка, какое базовое образование. В соответствии с этим подобрать для него образовательный трек. Успех в воспитании кадров определяется большим вниманием к потенциалу каждого обучающегося. Для того, чтобы на рабочие места приходили уже подготовленные люди, предлагается создать специальную лабораторию. Она будет включать в себя возможность переподготовки, переквалификации, консультирования и оценку профессионально-личностных качеств, обратившихся в очном и дистанционном формате, а также получение недостающих и новых компетенций. Алина Тихонова, Владимир Куликов, УПРАВДА ТВ.